Всем привет! Вы на канале Куратив, и в этом видео я хочу показать вам, где взять дополнительные материалы для программы Substance Painter. Я дам вам три способа, которыми пользуюсь. Начнем! Первый способ – это скачать материалы на сайте. Перейдем на сайт. Как видим, здесь есть много разных материалов. Масок, кистей, и все это бесплатно. Для примера скачаем вот этот материал. Нажимаем «Скачать». После загрузки открываем архив и видим файл SBSR. Но бывает, что есть два файла SBSR и SBS. SBS это для Substance Designer, а SBSR это для Substance Painter. Перетащим файл документы, алгоритмик, Substance Painter, Shelf и материалы. Теперь открываем программу. Давайте откроем стандартный проект. Как видим, скачанный материал появился, и поставим материал на модельку. Все отображается корректно. Перейдем ко второму способу. Здесь нам понадобится программа Quicksilk Bridge. Программа бесплатная, и можно ее скачать на официальном сайте. Скачаем и установим. Откроем программу, зарегистрируемся, переходим во вкладку Surface, это материалы. Выбираем любой. Я выберу вот этот материал металла. Выберем разрешение 4К. Далее перейдем в настройки. Оставим только Albedo, это Diffuse Color или Base Color. Displacement, это Hake, Normal, Metal и Roughness. Здесь стоит выбрать, какой проект Substance Painter будете создавать. Metal Roughness или Specular Glossiness. Я выберу Metal Roughness. Нажимаем на скачать. После скачивания выберем место сохранения текстур. И нажмем на экспорт. Откроем папку с картами. Создадим проект Substance Painter. Перетащим карты. Выберем текстур и для этого проекта. Далее удалим ненужные слои и создадим fill layer.
Теперь поставим карты, как я говорил, I'll build это base color, displacement это hex, normal в normal, metal в metal и roughness в roughness. Если вы хотите, чтобы displacement показывался сильнее, перейдем в настройки программы. Здесь можно регулировать displacement. Обычно я ставлю 0,1. Создадим папку, переименуем. И переместим слой в папку. Нажимаем правой кнопкой мыши и выберем создать смарт материал. Теперь проверим. Создадим новый проект. И поставим этот смарт-материал. Как видим, все получилось. Третий способ. Это самый тяжелый и объемный. Здесь нужен отдельный большой урок. Это создавать материалы в программе Substance Designer. Если его открыть, то с первого раза ничего не понятно. Ну и со второго тоже. Но если этот ролик наберет 50 лайков, то я незамедлительно буду записывать урок по Substance Designer. Надеюсь, этот урок был полезен для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного контента. Всем пока, благодарю.